Должна сказать, что этот ребенок произвел с первого дня с ней знакомства положительное впечатление. Во-первых, ребенок очень, не побоюсь этого грубого, может быть, слова, упертый. И с первого дня она поняла, зачем она сюда пришла. То есть вот она произвела впечатление именно ребенка, вернее студента, который знает, чего она хочет. То есть она пришла сюда обучаться именно на ту профессию, которую она выбрала. И в дальнейшем, я думаю, что она свяжет свою судьбу именно с этой профессией, с этим направлением. Ну, она добрая очень, трудолюбивая, как бы искренний очень человек такой, умная, веселая, жизнерадостная очень. Она энергичная, как бы, и она староста группы, и мы всегда ее прислушиваемся к ней. То есть ты хочешь сказать, она лидер? Да. Скажи, пожалуйста, когда с ней познакомился, каким она тебе показалась человеком? Ну, веселым, энергичным, красивым, дружелюбным. Парни ухлёстывают за ней, скажи. Конечно, она очень красивая. Сестра? Да, двоюродная. Угу. В детстве как проводили с ней время? Ты ведь ее давно уже знаешь? Да, очень весело было. Даша вообще очень веселый человек. Она такая непослушная в детстве очень была. Скажи, а мальчишки как к ней относятся? Ну, ухлёстывают за ней мальчишки. У него много, на самом деле, мальчиков очень. Она как бы всех отвергает. Почему, как считаешь? Ну, не знаю, может быть, просто хочет найти одного настоящего. Добрая она, отзывчивая, помочь может в любой ситуации. Скажи, она дает списывать одногруппникам? Она? Да. Она вообще отличница сама себе? Да, хорошо учится. Помогает всегда? Старается помочь? Да. Она вообще много чем занималась, как бы много у нее было увлечений. Она ходьбой занималась с детством. Но потом не понравилось, она бросила. Вот. Потом на танцы мы с ней ходили тоже. Вот. Мы с ними ездили и на экскурсии, и просто беседы какие-то проводим, и просто ходили на какие-то прогулки по городу. То есть, ну, тот ребенок, с которым приятно общаться не только в учебном процессе. Как считаешь, что ее ждет в будущем? Не знаю, она, наверное, будет хорошим проводником. Если ей так нравится, значит, везде участвовать. Вот и дальше. Я хочу ей пожелать, чтобы вот она, какой сейчас есть, такой, чтобы она и оставалась. То есть открытой, честной, целеустремленной, чтобы у нее все в жизни получилось, потому что этот ребенок достоин того, чтобы все-таки все у нее сложилось так, как она хочет. Чтобы она хорошо сдала экзамены. Даша, желаю тебе удачи. Дашенька, я желаю тебе только удачи. Даша, я тебя люблю.